Здравствуйте, с вами Плавучие сады Ярпруд и я, Василий Разин. Хочу представить вашему вниманию кувшинку Ганера. На Западе за характерную форму цветка ее еще называют сноубол, снежок, и действительно напоминает снежный шарик. Ганера – это очень эффектный средний сорт с белыми махровыми цветками, 11-15 см пионовидной формы. Начинает цвести в середине июня. Продолжительность цветения в течение дня отличная, практически как у Attraction. Цветок начинает раскрываться в 8 часов утра и закрывается после 6 вечера. Листья оливкового цвета с красивыми желтоватыми разводами и ярко выраженной центральной жилкой. Диаметр 20-22 см. Покрывают водную поверхность шириной 120 см. Цветет в пасмурную погоду и даже в дождь. Как вы видите, цветок почти полностью раскрыт, однако обильность цветения средняя. Обычно одновременно цветет 1-2 цветка, реже 3. Даже на кустике с 6 точками роста. Но несмотря на это, благодаря махровым цветам и красивым листикам, кувшинка выглядит впечатляюще. Вот для сравнения 4 цветочка белых. Это вот Glory Temple du Soulot, такой вот большой, махровый, красивый цветок. Вот это вот Ганера, менее махровый, но тоже красивый, замечательный цветок. Дальше идет Карнеа, у нее немножко снизу розоватые лепестки идут. Вот. И последний идет Вирджиния, цветок белый. Хоть Корнео и Глори ду Темпл Сулоты относят к розовым кувшинкам, однако в климате Ярославской области розовый оттенок выражен слабо, так что я отношу их к белым нимфеям. Цветок Корнео, как и Вирджиния, как правило, значительно крупнее, чем эти экземпляры, но все же можно сравнить отличия в форме цветов и лепестков, а также степень махровости данных кувшинок. Ганера подойдет для средних и больших прудов. Она хорошо зимует в средней полосе России, так что вы точно не разочаруетесь в этом сорте. Ну а понравившиеся кувшинки и другие водные растения вы можете купить на сайте питомника Ярпруд. Звоните, заказывайте и подписывайтесь на канал.